Наши руки не для скуки. Вот такой я взяла босс и вспомнила, не вспомнила, а притащила. Вот такой ас у меня еще отбеливатель есть. В общем, как обычно, в свои ведра горячую воду, которая самая максимально горячая из-под крана есть. Сыплю сюда же босс. Сейчас покажу. Вот сюда. Побольше. Нужно, чтобы все отбелилось. И засуну сейчас полотенце белые, пусть они у меня стираются. Ну, на самом деле, я чувствую, что маловато. Закончилась пачечка. Ничего, потом еще ас добавлю. И замочу все полотенца. И те, которые вот у нас банные, да? Как их назвать? Банные они называются? Ну, которые ежедневные. И те, которые кухонные. Все замочу. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Мне кажется, работа сегодня не закончится, нет? Да маникюром вообще не пахнет. Не надо даже напоминать мне о нем. Я пригорюнилась, поняла, что маникюра сегодня не будет. У меня еще даже не пропылесошена квартира, друзья мои. Ничего не сделано. Сынок пришел, мы с ним языками сцепились. Пока он кушал, я с ним разговаривала. И, в общем-то, у меня вообще вся работа стала, пока с ним наболталась. Поняла, что уже сегодня к концу подходит, молодец, мать. Вот хорошо отбеливает. Блин, не знаю, что делать. Сюда впихнется еще одно полотенце. Впихнем, наверное, третье. Мокрое уляжется. Да? Запихаю. Авто запихаю уже кухонные. Водички надо добавить. Видите, три полотенца запихнула. Не вмещается. Вода вся всосалась в полотенце. Они же должны у нас как вроде бы промариноваться. Сверху еще асом плесну. Вообще не рекомендуют смешивать эти все дела отбеливающие. Но меня это не останавливает. Видите? Пусть будет так. Кухонные. Пойдут сейчас в дело. Сейчас начнется перебирание шматья. Белое, черное, кухонное. Кухонное. Кухонные совсем недавно замачивала. Их может штук 10 у меня будет белых. Остальные все. Видите, какие они. А еще одним сегодня кофе вытирала. Вообще коричневое стало, бедолага. Снова порвалась перчатка. Да зараза, а вот надоело, сил нет. Каждые 2 секунды эти перчатки рвутся. Испытание моим нервам. Тик, 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 тик. Вот еще. Вот еще. Сейчас гляну, может, у меня персоль завалялась на дне-то. Ага. Никакой персоли нигде не завалялось. Надо поехать в фикс прайс купить. И может какие-нибудь украшения уже есть для Нового года, да, тоже посмотреть. Сколько они у меня будут мочиться? Да сегодня постираю. Просто сейчас часика 2 они у меня постоят. А потом закину. И с остальным белым совсем постираю. Тут у меня... Только такие, как они называются, цветные вещи. Цветные, темные. Все, закинула. Это пустая. 2 у меня. Один уже заканчивается, второй еще есть. Отбеливателем всегда пользуюсь. Я люблю. Все, мне говорят, про кипяти, да где же я буду кипятить? У меня что, есть кастрюли такие, чтобы туда все запихивать и кипятить? Ну и кипятить мне очень хочется уж. Буду честная с вами, неохота мне. Еще ливану, потом еще при стирке ливану отбеливателя. Все будет беленькое. Ну все, раковину буду мыть, потому что у меня осталась только раковина непомытая. Потом запущу пылесос, а потом помою пол. А когда же я буду готовить ужин? И что я буду готовить на ужин? Что еще интереснее? Пока неизвестно. Все,
друзья мои, моем раковину.